Реализация медицинских инструментов – один из важнейших этапов в процессе оказания медицинской помощи. Это гарантия успешного и безопасного проведения лечения. Самым надежным и быстрым методом стерилизации является паровой метод. Стерилизация горячим паром позволяет быстро уничтожать болезнетворные микроорганизмы. Автоклавирование на сегодняшний день – самый эффективный способ обеззараживания. Сегодня мы расскажем вам об автоклавах немецкой компании Milag. Выбирая автоклав для стерилизации медицинских инструментов, следует учитывать, что существует три класса автоклавов – N, S и B. Класс N используется для паровой стерилизации неупакованного, полнотелого инструмента и текстиля. Класс S используется для стерилизации изделий, указанных в инструкции к автоклаву. Класс B – это универсальные автоклавы. Преимуществом стерилизаторов класса B является возможность обработки инструментов независимо от типа упаковки и наличия полостей. Стерилизаторы класса B обеспечивают наивысшую эффективность обработки инструментов. Компания Milag отлично знает потребности частных медицинских практик и лечебных учреждений и предлагает автоклавы класса S и B. Автоклавы Milag отличаются самым высоким уровнем качества и надежности. Паровая стерилизация класса S гарантирует обеззараживание инструментов, упакованных по одному или по два пористых изделий и мелких деталей, сплошных и пустотелых инструментов простой конструкции, например, инструментов с шарнирами, ножницы, зажимы. В руководстве по эксплуатации парового стерилизатора класса S приведено подробное описание правил его использования. Если в частной медицинской практике или в лечебном учреждении не применяются пустотелые инструменты сложной конструкции, то рекомендуется выбирать паровой стерилизатор класса S, а не B. В доступных по цене автоклавах класса S применяется либо так называемая гравитационная откачка воздуха, либо фракционное предварительное вакуумирование. Автоклавы Milag класса S выполняют надежную, безопасную стерилизацию сплошных инструментов и пустотелых инструментов простой конструкции. Компактный программируемый автоклав класса S MilagVic 12+. В комплекте имеется два 5-литровых контейнера для подачи деминерализованной и повторно конденсированной воды. Позволяет качественно произвести стерилизацию инструментов всего за 7 минут. Две из трех программ предназначены для стерилизации инструментов в упаковке. Одна – неупакованных инструментов. Есть система контроля качества воды, которая подает сигнал тревоги и останавливает стерилизацию при поступлении некачественной воды. Паровой автоклав класса S с камерой объемом 22 литра, Евроклав 23 ВС. Доступны 4 рабочих и 2 тестовых программы. Быстрая работа дает возможность провести стерилизацию и сушки неупакованного инструмента за 20 минут. Автоклав может быть подключен к канализации, что обеспечивает автоматический слив воды. Автоклавы класса B способны выполнять стерилизацию упакованных и неупакованных инструментов любого типа и любой сложности конструкции. Фракционируемый вакуум поэтапно удаляет воздух из стерилизационной камеры путем попеременной откачки и впрыски пара. Такой процесс обеспечивает стерилизацию не только сплошных и пористых инструментов, но и пустотелых инструментов сложной конструкции с внутренними отверстиями малого диаметра, например, рукоятки хирургических инструментов и эндоскопа. Для проверки качества стерилизации, в том числе и пустотелых инструментов сложной конструкции, применяются стандартные индикаторные полоски Helix. В паровых стерилизаторах класса B, предназначенных для небольших медицинских практик, применяются те же самые современные технологии, что и в больших автоклавах для центральных стерилизационных отделений стационаров. Автоклав Vacuclav 43B+ относится к оборудованию класса B с 5 рабочими и 2 тестовыми программами, решает самые ответственные задачи стерилизации инструментов и текстильных изделий. Объем рабочей камеры составляет 22 литра. Стерилизация неупакованных наконечников занимает 10 минут при ускоренной программе, а наконечников в упаковке 17 минут. Полноценная сушка осуществляется с помощью глубокого остаточного вакуума. Универсальная программа стерилизации при полной загрузке камеры занимает всего 30 минут. Компания Milag предлагает паровые стерилизаторы как с автономным водоснабжением, так и с подключением к водопроводу. Они идеально подходят для решения всех задач стерилизационного отделения. Автономный автоклав предоставляет гибкость. Его можно эксплуатировать в любом месте.
Единственное требование – наличие электрической розетки в стерилизационном отделении. Поскольку подключение к системе водоснабжения не выполняется, деминерализованная вода вручную заливается в бак, встроенный в автоклав. Автономные паровые стерилизаторы «Милак», оборудованные высокопроизводительными системами воздушного охлаждения диафрагменного насоса, гарантируют длительную и безостановочную работу. Автоклавы со стационарным подключением к водопроводу экономят время и деньги благодаря автоматической подаче высококачественной деминерализованной воды. Такие стерилизаторы требуют подключения к водопроводу и канализации. Небольшой объем водопроводной воды обрабатывается в установке для очистки воды, а затем применяется для паровой стерилизации. Часть водопроводной воды используется для эффективного охлаждения вакуумного насоса и других узлов. Для быстрого и экономичного производства дистиллированной воды компания «Милак» предлагает компактный и практичный аквадистиллятор «Миладест-65». После включения устройства начинается нагревание воды. Ее температура повышается до 100 градусов Цельсия, и она закипает. В процессе выпаривания химические вещества, соли и грязь остаются в рабочей камере. Пар проходит через систему охлаждения, расположенную в верхней части устройства, охлаждается и превращается в дистиллированную воду. Автоклавы «Милак» – это стерилизация медицинских инструментов в полном соответствии с международными стандартами.